Приветствую всех зрителей и подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. SnowRunner на канале. Продолжаем играть. Мы там в прошлый раз загрузились, и нам нужно на лэп вести груз, грубо говоря. Балки. Да. Металлические. Собственно, этим и займемся. Опять занимался звуком, короче. Блин, надоели. Ну, пытаюсь сделать получше, короче, фильтры всякие, т.д. и т.п. Не нравится звучание, блин, иногда. Вот, поэтому приходится что-то пытаться изменить, что-то поднастроить. Возможно, сейчас в некоторых роликах будет звучание разное, потому что я занимаюсь этой темой. Так, ладно, давай смотреть, как нам лучше. Через заправку здесь мы мост сделали. Да, ну а вот здесь вот, конечно. Ну, будем смотреть, я пока хрен его знаю. Будем смотреть. Напомню, что выполняем контракт. Я думаю, если мы электричество восстановим, ну, нам в будущем это даст новые возможности. Тяжело ему прям горочку валить. Бывает, записываю ролики вечерами. Ну, а вечерами семья дома, дети дома. Бывает, где-то собака играет, где-то что-то покричат. Вот опять же, хочется от этого всего избавиться, чтобы этого в записи в роликах не было. Вроде пытался сегодня, опять же, там через фильтр все это настроить. Не знаю, насколько получилось. Вроде от посторонних шумов избавился. Блин, опасно вот это место. По бокам камни. Но вообще, на этот раз я рассчитываю. Он, в принципе, молодчик. Не раз уже проходил в таких местах, где бы другие машины бы мои бы не прошли. Так, что у нас здесь? У нас здесь понятно, что... Через деревья пойдем.
Вот, собственно, до заправки уже добрались. Которая у нас уже функционирует. А цистерны с прицепом мы вообще еще даже не использовали ни разу. Да ну ёкарный бабай, что ж ты так подстрял? Да, есть такие неприятные места, не то что они труднопроходимые, но они просто, скажем так, неприятные. Больше всего интересует, как выгрузка будет происходить. Там же вообще хрен подъедешь. Ну там камни, конечно же. Блин, вот здесь какая-то дорожка. Интересно, она не к ней идет? Ну не, вряд ли, мы еще далеко. Вот тут прям, а, блядь, очень только хотел сказать неприятно. Блин, за какое место ты кидец? Давай попробуем, может, как... Да нет, это ерунда, все.
Ну, как говорится. Не базарь за рулем. Блин, ну подобрать-то мне вроде как не проблема. Причем я и тот сыпанул. А может и не цепанул, слушай. Попробуем это тогда. Придется туда тогда съезжать. Ну да, в грязи, блин, понятно, тут опоры принадлежат. Ну а тут как еще по-другому проезжать? Где-то вот тут пробовать проезжать. Тоже место не очень. Так, давай мы Прилуну все-таки восстановим. Блин, ну здесь камни, тут тоже ты хрен проедешь. Может, я отсюда зацепить смогу, может, поустойчивый будет. Хотя маловероятно. Не. Давай вот так попробуем на камень поставить. Дотянем. Еще можем хрен дотянуться. Но она не стоит, можно считать.
Да блин, ты чё, ёкарный бабай? Передние, блин, колеса зависли в воздухе, он это не поворачивает, потому что цепануть не может. А я по этой дороге и не ездил. У меня тут карта-то не открыта нифига. А нет, мы вот здесь заедем. Как-то надо вот смотреть, вот тут проезд должен быть. Вон она, упавшая эта хрень. Так, одну сделали. Ну, обратно что у нас? Вариант. Так же валить. Или нет? Ну да, здесь только по дороге. Скажем так, вот сюда. Будем пробовать вот так пробраться. А, блин, стоит ли оно того? Что можно еще как-то отсюда подъехать? Ну давай будем пробовать пока так. Короче, будем на месте разбираться. Блин, он никак не хочет развернуться. Тихо.
Да я понимаю, что ты тут уперся. Блин, из-за камней прыгает, я не могу туда прицеп увести. Мне кажется, просто с той стороны заезжать по затопке, где затоплено будет все, будет сложнее. И, наверное, как-нибудь попробуем через лес проехать. Блин, председатель тут этот гребаный еще техники накидал. Причем, ну, тоже, я чё, блядь, не могу сдвинуть этот грёбаный прицеп. Ладно, ничего, потихонечку ползем. Где бревно? Вот бревно, я прям на него наехал. Так, корабли разгружаются, и мы пока укладываемся в сроки.
Татры будут довольны. Теперь надо убедиться, что все в порядке с железной дорогой. Вот железку бы, да, надо починить, не мешало бы. Спасение Антоновки. Блин, деревянные доски взять-то негде. Или мы можем уже где-то взять? А нам нужен грузовой контейнер. Несмотря на внешний вид, Антоновка является очень важным селом в области. А раз Татра решила восстановить завод, помощь местных может быть очень кстати. Доставить припасы, чтобы мы начали восстанавливать село. Слушай, ну давай попробуем, наверное, начать вот именно вот с этого, да? Тем более мы здесь, ну скажем так, недалеко. Выезжаем на дорогу. Нам надо в порт, там грузимся, ну а дальше уже разберемся. Так, постой. Блин, здесь проехать попробовать. Ну тут, мне кажется, писец мы встрянем. Ну поехали попробуем, мы же тут не катались. Более пустой. Может как-нибудь и бочком вот здесь получится. Да ладно, ты же ломал такие, ну. Ну, в принципе, не так и страшно, слушай. Я думал, будет страшнее. Кирпичи грузовой. А нам какой нужен? Нам нужен два грузовых нам надо, да? Давай смотреть. Куда нам их?
Так, я не понял, они же где-то здесь были. Или нам... Блин, нам в Антоновку приначить, что ли? А, нам заповедник. Ну, я понял, конечно, блин. Ну, значит, в Антоновку. Тут у меня, кстати, заправщик стоит. Как раз можно будет еще и заправиться. Блин, ну вы же уже начали работать, ну сделайте вы заезд нормально, ну невозможно же так ездить. Да. Да ёбаный ты по голове. Блин, тут все места такие. Блин, поймешь, где какая точка, за чё тянуть? Да. Блин, ну загружу я вас сейчас и чё. Ну, по-моему, проще на завод ездить, загрузиться. Тут вот это вот хуй, прости за выражение, хрень, она по сути и перевернула мне машину. Вон вот эта доска, блин, что это там, столб какой-то валяется, непонятно.
Алло, мужики, здоров. А я опять за контейнерами. Есть еще парочка. Вообще легко. Хорошо, что здесь... Ой, блин, бесконечные они, да? Просто хрен его знает, как там объезжать. Сейчас там еще те два валяются. Их, конечно, можно удалить. Тоже, ну место, конечно, блин, дебильное. Вот как мне здесь съезжать? Ну, тут сейчас... Да он перевернется. Не, здесь не объехать, короче. Бесполезняк. Можно, конечно, цепануться сейчас лебедкой. Там, не дай бог, не перевернуться. Но я, блин, так не люблю вот эту всю фигню, когда таким макаром приходится. Вытянуть не может его с этого с камня. Или лебедка держит, ну что-то такое происходит. Так. Да, ну это, конечно, не дело так кататься. Так, источник...
Блин, надеюсь, все трудности позади. Я имею в виду такие вот дурацкие трудности. Хрен с ним, там грязь не грязь, проедет. И разгрузимся, если там можно будет загрузиться досками, а там же мы открыли колораду. Я бы взял бы доски. Уже закрыл бы нафиг это задание, там, которое у меня прям висит. Не то, что оно мне там покоя не дает, но, блин, я бы его бы закрыл. Так, ну давай сейчас здесь смотреть, докуда нам тут теперь еще пилить. Ну нифига не близко, где-то далеко. Так, давай смотреть, как же нам сюда проехать. Ну а как нам сюда проехать? Мы в принципе тут ездили. Погнали, что у нас вариантов там нет. Работу, как говорится, надо выполнять.
какой бы сложной она ни была. Да, табличка есть. И тут как раз таки есть лесозаготовка, она там будет недалеко. Погоди. Он мне говорит, туда Антоновский заповедник. Ну нет, я по своему маршруту поеду. Может, там, конечно, как-то и можно объехать. Но там может быть заповедник, а нам-то надо в Антоновку. Вот собака, это мы случайно не председателю везем? Уже что-то стырил, наверное, по левым документам типа. Блин, Антоновку надо, да, восстанавливать. Напишем, куда следует, в каком состоянии район. Я думаю, главу района, ну, самое минимум, это снимем. А так-то его вообще посадить надо за такие вещи. Да, вот так вот по болотам приходится просто, блин, пробираться, ё-моё. Да ты, блин, выруливай давай. Мне кажется, без краза мы бы тут вообще похоронили.
Блин, вроде бы так-то ничего сложного, но сильно узко. Блять, вот надо было прям обязательно здесь вот это дерево поставить. Я не знаю, разработчики сами пробовали как бы тут на грузовых машинах с прицепом поездить. Но вот прежде чем, блять, его сюда поставить, сука. Ну, я его хер здесь протащу, блядь. Я не знаю, как, какой мне здесь, блядь, радиус взять. Хер, блядь, она застревает здесь. Вот разработчики мудаки, реально, чтоб, сука, вам по реальным, да, в реальной жизни, блядь, по таким дорогам пожизненно, сука, ездить. Это за то, что вы, мудаки, из России, блядь, ушли. Уроды, блядь. За то, что вы это дерево поставили. Вот что у вас на пути тоже такие деревья постоянно встречались.
Прекрасно. Первый шаг сделан, но у нас еще много работы. У вас может быть и много работы. Так, а мне нужна лесозаготовка. А нет, лесозаготовка мне нахрен не нужна. Потому что здесь бревна, блин. Так, где-то у нас еще тут что-то было. Вот, деревянные доски, но вот сюда. Почему написано зона разгрузки? Тут должна быть зона погрузки. Так, дистанция у нас цемент. Вот, деревянные доски мне надо две штуки, только я не помню какие. А тут только одни, да? У нас опять какая-то херня. И по экскурсии, короче. Ну, такие я вообще не люблю миссии. Вот, так, а ну-ка, погоди-ка. Контейнер сам или что? Ну ладно, это как бы не важно, блин, я вообще-то про другое говорил. Это где у нас тут? Вот, у нас вот это вот. Что нам нужно? Нам нужны, да, две деревянные доски. Если на что бы нам их забрать. Лучше обратно надо пилить. Через камеру, по-моему, не проходим, да? Я вообще не помню даже. По-моему, нет. Мы как раз уезжали на жилостанцию вот эту вот. И цепь у нас примерно здесь. То есть, ну, ты можешь попробовать как-то объехать эти камни, блин. Не побояться. Тем более пустые сейчас идем. Да ёпта, ты сколько будешь на точек ставить? Так, пробовать. Проблема еще развернуться.
Блин, на всяких мельниц и всякой хрени вы, блин, потом будете ездить. Я имею в виду, что на скауте. Нахрен мне на грузовой бы я бы сейчас катался. Пока. Вообще знак стоит, но я как бы больше вес. Не ломай мост. Чем так не Извините, пожалуйста, простите, я не специально. Деревья просто пружинистые. Так, вот у нас ЖД-станция. А мы дальше валим. Нам, правда, тут сворачивать надо будет. А, подожди, мы же попробовали, хотим попробовать по лужам, да? Это как у нас получается? Это вперед у нас получается. Ну-ка давай. Блин, я же, по-моему, подъезжал уже сюда, и ни хрена у меня тогда в прошлый раз не получилось, я не полез. Да не, блин, вообще можно проезжать. Да, медленно, но уверен. Что есть. Короче, я так понимаю, здесь придется. Туда придется, короче. Так, подожди. Сюда придется возить средние бревна.
чтобы были изготавливали доски. Бревна вообще, в принципе, любые, да, можно длинные возить, тогда готовишь две, либо коротких, либо средних. Ну, короче, блин, надо, короче, это, туда возить, производство, ясно. В ремзоне тут не только ремзон, а тут еще и банька есть, и можно переночевать. Поэтому всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч.